Всем привет! В этом видео я покажу, как восстановить данные жесткого диска видеорегистратора Hikvision, модель DS7104NE. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. На сегодняшний день системы видеонаблюдения становятся нормой не только для магазинов и офисов, но и для домашнего наблюдения за уличной обстановкой или квартирой. Если раньше такие системы собирались на базе ПК, то в настоящее время больше распространены автономные системы DVR, не нуждающиеся в подключении к ПК. Сбои в работе устройства или случайное удаление видео с диска регистратора может привести к даже плачевным ситуациям, если утеряна очень важная запись. Регистраторы записывают и хранят видео с камер в особом формате, и просто достать из него нужную информацию не получится. Потребуется специализированный софт от производителя устройства, а в случае удаления специальная программа, которая сможет найти утерянную информацию и отобразит пользователю. Сперва давайте разберем причины утери информации с видеорегистратора, а далее рассмотрим, как восстановить данные жесткого диска. К наиболее частым причинам утери информации можно отнести следующее: аппаратные или программные сбои в работе видеорегистратора, случайное удаление или повреждение видеозаписей, форматирование или инициализация накопителя, отказ жесткого диска и такое прочее. При отказе жесткого диска самостоятельно вернуть утерянную информацию не получится. Вам придется обратиться к специалисту. При поломке видеорегистратора восстанавливать ничего не придется, так как все данные при этом остались на диске. Но если подключить жесткий диск регистратора к компьютеру, в большинстве случаев он ничего на нем не увидит, и в управлении дисками предложит его инициализировать. В таком случае должна помочь программа от производителя, которая отобразит видео. Но что же делать, если такой программы нет? Остается либо искать точно такой же регистратор, или воспользоваться программой для восстановления данных. Данная модель видеорегистратора поддерживает работу сторонними камерами и позволяет подключить до 4 IP-камер. Эффективная система сжатия видео позволяет уменьшить пространство для хранения данных. На задней панели устройства есть два видеовыхода – HDMI и VGA, 100-мегабитный сетевой интерфейс, Ethernet, 2 USB и 4 независимых встроенных PoE-порта, а также разъем для питания. Внутри устройства находится посадочное место для жесткого диска и разъем для подключения одного жесткого диска емкостью до 6 ТБ. Если нужно восстановить старую видеозапись, вы должны понимать, что у видеорегистратора любой модели ограниченный объем памяти. В зависимости от качества картинки и количества камер записывается определенный интервал времени, а потом начинается перезапись старых данных. Если начался следующий цикл записи, то старое видео восстановить, скорее всего, не удастся. Прежде чем производить какие-либо действия с важной информацией, форматирование, удаление, разбиение логических дисков и прочие манипуляции с данными, не забывайте делать резервное копирование. В большинстве моделей есть возможность настройки создания резервной копии. В меню можно задать расписание, указать камеры, тип видео и другие параметры. Если резервной копии потерянных видео нет, воспользуйтесь программой для восстановления данных Hetman Partition Recovery. Для восстановления данных жесткого диска видеорегистратора его нужно подключить к компьютеру с операционной системой Windows. Откручиваем и снимаем крышку устройства, затем снимаем жесткий диск, отключаем его от видеорегистратора и подключаем ПК. При подключении в проводнике диск не отображается, а в управлении дисками система предложит его инициализировать. Жмем «Отмена»,
так как при инициализации все данные, которые остались на диске, будут затерты, и дальнейшее восстановление, скорее всего, будет неудачным. Запускаем Hetman Partition Recovery. Программа видит подключенный диск, определила его файловую систему. Жмем по накопителю правой кнопкой мыши и открываем его. Выбираем быстрое сканирование и ждем окончания процесса. В случае, если быстрое сканирование не дало результатов, попробуйте выполнить глубокий анализ. Как видите, в нашем случае программе без труда удалось найти оставшуюся информацию на диске. Как правило, названия файлов в виде регистратора однотипные. Если необходимо восстановить какой-то определенный видеоролик, его можно найти, используя функцию предварительного просмотра. Отмечаем файлы, которые нужно достать из диска, и жмем «Восстановить». Указываем место, куда сохранить информацию, и жмем «Восстановить». По завершению процесса все файлы будут лежать в указанной папке. Видеорегистратор из данного ролика был предоставлен компанией People.ua. В этом магазине вы сможете приобрести оборудование для видеонаблюдения, сигнализации, а также компоненты для умного дома. Ссылку на магазин вы найдете в описании. Также существуют модели видеорегистраторов с поддержкой RAID, предназначенные для защиты хранения данных. Если нужно восстановить информацию с подобного устройства, воспользуйтесь программой Hetman RAID Recovery. Она автоматически определит параметры и соберет поврежденный RAID массив, и вы сможете скопировать с него важную информацию. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.